только полез наверх и так далее. Я тогда брал себе 1070-ю видюху за 30к. И слава богу, что тогда купил, потому что сейчас, конечно... Это тогда она еще была предтоповой. А вот. Еще прекрасная история, как ЦРУ Silk Road накрывала. Пацаны присвоила не только рыночек, но и биточечки. Ну так слушай, это же правильная мысль. Я имею в виду, что смотри, как умно. Ты берешь хрюшку, кормишь хрюшку, как бы поставляешь хрюшке лучшие ресурсы, прикрываешь хрюшку, пока она растет. Естественно, по итогу ты хочешь получить с хрюшки максимум бекона, мяса и всего остального. Это очень разумно выглядит. У пацанов была какая-то стратегия, они ее придерживались, и как бы найс. Все разумно. Ну, глобальный наркобизнес довольно разносторонний, но я уверен, что практически весь глобальный наркобизнес так или иначе имеет очень прямые подвязки с разнообразными госорганами, правительствами и так далее и тому подобное. Это вообще не удивительно. Ну, когда-нибудь бум битка упадет и... Купите видюху. Ха-ха-ха-ха! А я кушаю рулетик с мясом. Ну, не знаю, Китон. Поправляйся, а так, может, тебе это... Как сказать-то? Выпить обезболивающее, еще что-нибудь такое. Очень плохо, что зверь тупнул. Кубы в мяч есть. Мне сейчас хочется очень душно пошутить, но я, наверное, сдержусь. Опа! Неплохо. Так, а когда у нас форсаж выходит новый? Так форсаж-то вышел 9-й. Йоу! Блин. Надо пойти. Обожаю форсаж. Аптека на второй ход интрига. Нет, это не интрига, это больше ничего не умрет. Ты чё? Что за глупости? Ты как маленький Лока. Так. Когда у нас форсаж там в кино? Угу. Формула кино.
Блин, как дорого. Что-то абсолютно на все выросли цены. Знаете, как сейчас открываешь новости, и там каждый раз... Привет, мистер Нао. И там каждый раз вот это вот, типа... Спрогнозировали повышение цен на гречу. На следующий день. Спрогнозировали повышение цен на мясо. На масло. На хлеб. На шоколад. Каждый день вот эти замечательные новости. Не, ну вот я смотрю, типа, самый ранний 10.05, 2D, 290 рублей. Чё-то, конечно, как-то... Чё-то как-то удовольствие такое себе. Ну, я понимаю, это почему-то конкретно рядом с моим домом кинотеатр такой дорогой. Есть, правда, еще один кинотеатр. Сейчас я посмотрю его. Хотя я не знаю, может он уже не... Может он еще не открыт? Ну, шутка почти неплохая. Это две шавухи и 10 рублей сдачи. Блин. Ну, я не могу сказать, что у меня в районе прям очень вкусные шавухи. А если брать, например, такую вещь, как... Как же называется эта штука-то? Сейчас я вспомню. У меня легкий склероз. Приятный минус. Дотстер? Ну да, в принципе, Дотстер 159, по-моему, стоит. То есть здесь будет без сдачи. Если сравнивать. Блин, я забыл, как называется кинотеатр рядом с домом. Сейчас надо погуглить. Все, каскад. Блин, у меня склероз какой-то. Такое, знаете, здание типа ретро-футуризм. Вся фигня. А оно не работает. Ну, ясно. Сраный... Вообще обидно, вот с начала короны столько хороших мест закрылось в это. Короче, блин, в каскаде сейчас показывают только два фильма. Это «Кролик Питер 2» и «Девитаев». Ну, понятно, как бы, да. Спасибо. Интересный набор. Я как-то, говорится, не горю желанием ходить на вот это вот все. В чем смысл кинотеатра, если нету тянки? А в чем разительная разница идти в кино, когда есть тянка и когда нет тянки? Объясни, Лока. Да, хороших мест, кстати, действительно удивительно много закрылось. А говнище это. Но обычно тянка просит в кино. Ну, иногда аж прикольно просто посидеть, расплыться в этом мягком диванчике, посмотреть, собственно говоря, это, кинцо, расслабиться. Не знаю. Обычно я всегда был этим человеком, который... О, 1D, потрясающе сыграно. Обычно я был человеком, который... предлагает пойти в кинцо или что-то типа того.
Не знаю, дома не так удобно, мне кажется, Лока. Звук не тот, картинка не та. Ну, можно, кстати, вообще по-хитрому делать. У меня в ленте продается попкорн. Можно взять попкорн в ленте и пойти с ним в этот, в кино. Надо просто телек нормы 5.1. Но это какое-то еще не дешевое удовольствие. Понимаешь, прикол в том, что в кино, вот прям в таком формате, у меня желание посмотреть вот кинцо, оно... Ну, типа там, я не знаю. Условно, допустим... Ну, там, раз в месяц, может, в два. А ради вот, раз-два в месяц устраивать дома кинотеатр, это чё-то как-то, не знаю, стоит ли. Меня терзают смутные сомнения. Вот. Ну, это чисто мое мнение. Дома фильм бесплатно, кинотеатр денег стоит. Ну, тебе же надо телек купить, звук купить, тянку купить. Ха-ху. А я обычно кушаю перед кино и уже иду в кино наетый, расплываюсь сидеть и отдыхаю морально. Беру себе бескалорийную колу, двойной чизбургер и рожок. Обожаю рожки, ничего не могу с собой поделать. С детства люблю рожок в Макдональдсе. А их теперь в Макдональдсе делают не со сраным, а этим. Как называется-то? Вот раньше у них была идиотски блевотная хрень, когда они делали этот... Рожки вафельные. А теперь у них нормальные сахарные рожки, четкие. Лока, ты так говоришь, как будто у тебя когда-нибудь была тянка. Не вводи людей в чате в заблуждение. Да и вообще, какая разница? Если у тебя такая тянка, что с ней тяжело смотреть кино, так тебе с ней будет тяжело смотреть кино и в кино, и дома. О, сразу вкладка до ауры. Окей. Отвратительно, фулл бивер. Ой, я так помню, ходил с тянкой на фильм «Звездная пыль». Самое смешное, что фильм был в целом ничего, но почему-то в кино не было вообще никого. Там на весь зал было человек 4, наверное. Странно. Китон, а ты ходишь в кино? Еще ГФИ. Гафи так прожал по одному ГФИ, как будто бы он на гол не побежал бы. Кек W.
Ну вот ситар что-то как-то вообще народа не было в кино тогда. Не знаю почему. Ну это же Гафи, как можно шеймить Гафи? Понятно, Кита. А ты, типа... Нет, с реролом 2 ГФИ лучше, чем вклад 3+. Очевидно. А ты, Китан, как ходила? С подругами? С друзьями? Или как? Ну, украинский язык такой... Смешной. Очень плохой лос у Гафи. О, господи, Фулл Бивер. Чё-то тебе прям запал в душу рожок. Вот. А меня что-то еще проперла идея. Я когда недавно гулял по английскому парку, и там были какие-то молодые чуваки, которые не как каноэ, ну типа подобные лодки, только надувные. И вот они вдвоем по речке фигачили. Там вот было 3 или 4 таких кораблика, вот. Байдарка. Ну, типа байдарки, типа. Байдарка, по-моему, немного иначе выглядела. Прикольно. Мне прям почти самому захотелось это... сплавиться. Ну, окей, окей, вердрейв. А меня просто, ребята, немножко подзадолбало... Как правильнее сказать-то? Просто гулять. Я имею в виду, вот ты наматываешь свои там 12-13 километров. У тебя ноги гудят, но тебе просто уже поднадоело именно ножками шлепать. Хочется какого-то физического разнообразия. Плавать умеешь? Я умею не тонуть. Давай так скажем. Я отлично умею не тонуть. А у нас только один бассейн, вот чтоб прям рядом. И он сейчас то ли перестраивается, то ли закрыт, так что, к сожалению, не вариант. Вот. Хороший стример не тонет. Велик — это хорошая идея, но я все как-то не сподобюсь его пойти купить, а надо бы. Велик — прикольная тема. У меня, правда, почему-то очень... У меня ужасный ассоциативный ряд. Я почему-то сразу хочу напевать песню группы «Грибы», которая вот... «Два колеса тебе и мне». Ну, это песня про наркотики. Я как-то привык это тренироваться собственным весом. Дурные привычки, оставшиеся с борьбы. Вот. Не тяжело, а тяжело, очень тяжело. Я тут еще решил пропагандировать. Ой, какая неприятная травма. Необычное отжимание, отжимание под углом. И что-то они настолько тяжко даются. Прям не знаю. Вот сейчас даже с брюхом тот же пресс делается, ну, не очень сложно.
А вот что-то отжималки и все остальное, отжималки, приседания, что-то очень тяжело. Ну я как-то ситар далек от единения с природой на неделю там или что-то подобное. То есть мне это не по нраву. Я вот готов всем этим пропитываться. Рано магу отдал. Я готов всем этим пропитываться как-то вот разово. Ну там, типа, на один день максимум. На два, может. А вот представить неделю в походе я как-то не могу. На мой взгляд, это что-то как-то не очень. Не могу себе представить, чтобы мне было интересно таким заниматься. А сколько раз? Недостаточно. Все, что могу смело сказать, недостаточно. Хороший получился скидок вперед. Это полная дичь God of War. Не знаю, может, и так нравится проводить время с мужиками, но я бы такое не оценил бы. Что-то, на мой взгляд, мне. Ну, я не знаю, может, и есть для кого-то романтика в комарах и в немытых женщинах, но я как-то... Я говорю, я адепт цивилизации. Я и в деревне-то не особо любил быть в свое время. Я как-то про другое, ребята, сорян. Я как-то про другое. Я городской житель и никогда этого не скрывал. В городе все-таки намного прикольнее, чем вот во всяких таких жопах. Эх, Габлач предал. В вашем городе тиктокеров на детских площадках бьют? Не слышал о таком. Я как-то, извините, не особо слежу за тиктоком. Я человек далекий от этого. Ногами хоть. Это как вспоминается на тему того, что надо делать с детьми. Ну, бить людей неправильно, ребята. Чего вы начинаете? Тиктокеры тоже люди. Наверное. Я, честно говоря, очень слабо понимаю прикол ТикТока. У меня ощущение, что оно какое-то уж, как сказать правильнее, клиповое дело. Я как-то от этого далековат. У меня есть просто подруга, которая снимает ТикТоки, и мне постоянно хочется ее троллить, но я постоянно сдерживаюсь, как культурный молодой человек. Хотя врать не буду, сдержаться, чтобы не подколоть ее, очень тяжело. А пред-ивент начнется в четверг. Следующий ивент начнется в следующий, ну, короче, через неделю. То есть в четверг начнется пред-ивенти. Вот.
Российских блогеров в колготках и на каблуках избили на детской площадке. Так. Ага. Компания подростков, отмечавшая день рождения, находилась на детской площадке и была одета в стиле Drag Queen. Парни снимали видео для ТикТока в платьях, в колготках и на каблуках. Притом один из блогеров уверял, что ранее рядом с ними проходили люди с детьми, и их не смутил внешний вид компании. Однако поведение молодых людей возмутило двух местных жителей. Мужчина и его отец подошли к тиктокерам и стали их оскорблять. «Ты чё встал? Цензура! Ушёл отсюда!» — кричал один из нападавших. Он также отмечал, что в таком виде нельзя находиться на улице, где могут быть дети. После продолжительной словесной перепалки мужчины начали избивать блогеров на детской площадке. По данным телеканала, никто из участников инцидента не стал обращаться в полицию. В принципе, глядя на этих чуваков, тут есть фотка. В принципе, я могу понять мужиков, которые наваляли им. В принципе. Я не одобряю насилие, но понимаю его. Да там, ребята, только маленькое фото. Там новый скину лишь. Сейчас я вам с ГГ кину. Говорю, насилие плохо, но... Если бы я увидел такого чела в своем дворе, мне это вызвало бы явно... своеобразную реакцию. Вот. Я человек толерантный, но не очень понимаю, зачем. Вот. Я бы скорее вызвал полицию и... что-нибудь такое. Сказал бы, так они тут пропагандируют вот эти вот европейские ценности. Полиция, заберите их. Кальсон. Ладно, это неплохо. Это неплохо. Привет, Дарья. Ну, я просто не знаю. Я, конечно, понимаю прогрессивные взгляды. Петербург — это почти Европа. Но приходить на детскую площадку и вот так вот одеваться и снимать тиктоки... Ну, я имею в виду, что, опять же, я осуждаю насилие. Но мне кажется, что... Ну, типа, тяжело было ожидать какую-то другую реакцию. Понимаете, о чем я? Опа, перехват. Нет, ну, есть статья за пропаганду нетрадиционных этих... Нетрадиционных... как это называется? Я все время забываю. Это ценностей. Понимаешь? Эх, если бы сейчас Грэндкор кинул бы ответный 5+ и выиграл. Нету? Разве? По-моему, уже есть. Ежишь, да. Что-то аллигаторы немножко это... Отстал от скреп.